Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy, сообщает телеграм-канал Shot. По его информации, с предприятия требуют 4,5 миллиона рублей. Как передает канал, в суд обратилась компания «Коленки пчелы», а ответчиком выступила ООО «Сила воина Евразия», расположенная в Вязьме. Конкретные исковые требования пока неизвестны. Не исключено, что обращение в суд может быть связано с остановкой производства энергетиков. Товар начал пропадать с прилавков магазинов после голой вечеринки Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Ранее компания «Московский картофель» подтвердила, что Ивлеева не заказала и не оплатила следующую партию чипсов Easy Peasy. Отмечалось, что брендированные продукты блогера могут исчезнуть из магазинов из-за непонимания перспектив и возможного наказания после голой вечеринки. По некоторым данным, Ивлеева пытается сэкономить деньги на случай финансового шока. Место чипсов и энергетиков Ивлеевой на прилавках занимает аналогичная продукция от блогера Влада Бумаги. При этом на складах еще остаются Easy Peasy с непопулярными вкусами, и сырья на производстве хватит еще как минимум на полгода.